спальня. Здесь во двор. Далее у нас коридор. Вот такой вот зал. Две лоджии. Кондиционер. Так, далее у нас спальня. Здесь у нас гардеробная комната. Достаточно такая просторная. Еще одна лоджия. Тут дальний вид у нас на Варшавское шоссе. Так, у нас кухня с эркером, встроенная бытовая техника, здесь холодильник, посудомоечная машина на два комплекта, отдельно морозильная камера, плита, духовой шкаф. Кухонный стол. Окна выходят на восток. Спальня с другой лоджии на запад. Так, здесь коридор, шкаф. Далее у нас туалет. Ванна.